Доброе утро! С вами на кухне Шакир Юлдашев. Готовим вкусные и интересные завтраки из того, что всегда можно найти под рукой. Сегодня у нас с вами на завтрак мексиканская тако с курицей и грибами. Нам потребуется куриное филе, болгарский перец, помидор, немного кинзы, репчатый лук, чеснок, грибы, натертый сыр и немного соуса барбекю. Обычно тако подается на кукурузной лепешке, но мы с вами будем использовать вот такую вот пшеничную, привычную. И во множественном числе тако станет уже такос. Свернем вот так вот в 4 раза и вырежем маленькие круглые лепешки. Теперь немного подсушим эти лепешки на сухой сковороде. Слегка обжаренные лепешки складываем пополам и отставляем в сторону. Именно их мы будем с вами начинять. Пока они еще горячие, они податливы. Приступаем к приготовлению начинки. Для этого нарезаем репчатый лук соломкой. Помидоры нарезаем ломтиком. Ломтиком нарезаем грибы. Куриную грудку нарезаем соломкой. В сковороду наливаем масло и поочередно обжариваем ингредиенты. Сначала обжариваем лук. Добавляем нарезанный зубчик чеснока. Вслед за луком, не дожидаясь, пока он зазолотится, добавляем курицу. И именно сейчас немного посолим куриное мясо. Как только куриное филе немного зазолотилось, добавляем паприку. Вслед за паприкой помидоры. Теперь настала пора добавить специи тако. Специи такос – это смесь кумина, паприки, орегано и сухого чеснока. Через 2-3 минуты обжаривания настала пора добавить грибы. Готовим еще пару минут. Когда блюдо уже почти готово, добавляем соус барбекю. И в самый последний момент добавляем немного нарезанной кинзы. Наполняем наши подсушенные лепешки свежей, вкусной, ароматной начинкой. Такос сверху посыпаем тертым сыром, кинзой и немедленно подаем. Очень вкусное, однако, это утреннее тако. Приятного аппетита!